Сегодняшнее видео будет посвящено тренинговым зонам. Они образуются или от постоянного статичного сидения за компьютером, или от перенагрузок. Приходит уныние с болью позвонки. Я объясню, что такое тренинговая зона. Это наша мышца, да? Это наш позвоночник. Когда мышца пластична, позвоночник с мышцой работает гибко. То есть он, сгинаясь, нормально себя чувствует. И усилия на межпозвонковые зоны нормальные. Когда у нас образуется триггерная зона, а триггерная зона это является часть мышцы, которая становится не гибкой, а спазмирует и превращается в веревку, а не в резину. Тем самым, когда мы сгибаем позвоночник, увеличивается усилие на межпозвонковые суставы, межпозвонковые клещи. И вследствие этого образуется протрузия игры. Это так называемый массажный ролл. И с помощью его я покажу несколько видов массажа воротниковой зоны позвоночника, а также поясницы. Ну, все же, конечно, поначалу будет необычно, потому что триггерные зоны, они сами по себе это болезненные узлы на мышцах, поэтому их надо как-то раскрывать. Мы садимся в районе поясничной зоны и постепенно опускаемся до воротниковой зоны, чтобы это было естественно, не быстро, но медленно. Затем берем себя в руки, перестраиваем руки так, чтобы мышцы были не натянуты, но расслаблены в максимальной по всей длине спины. И делаем не быстрые, а короткие покатывания ролла. Эти шипы, попадая на триггерные зоны, они их разбивают. Так можно делать от 10 до 20 раз вверх и вниз. Затем можно перекатываться чуть на правую сторону, задействуя широчайшие мышцы, а также зубчатые мышцы спины. Налево еще раз. Затем можно географию по меридиану делать перекатывание. Берем, например, меридиан уровня плеч, делаем 10 перекатываний в районе уровня плеч. Затем поставляемся ниже, уровень между талией и плечами еще ниже. Воротниковую зону, ну, скажем так, таким образом обрабатывается. Покоят трапециевидные мышцы, то можно пробовать делать уровень трапеции. Также сжимаем правую и левую руку в зависимости от той трапеции, которую прорабатываем, и стараемся перекатывать на плечо. Также не быстрыми, короткими перекатами. Мышцы стараться как можно расслабить, ну, по возможности. В дальнейшем, на втором-третьем таком упражнении, вы сможете расслаблять эти мышцы. Таким образом, можно избавиться в течение от недели до месяца, в зависимости от запущенности триггерной зоны, избавиться от боли в воротниковой зоне, а также боли спины и позвоночника.